belong, I belong to you. I belong, I belong to you. Do just what you want. Ола, друзья, ну что, сегодня мы в Рио-де-Жанейро. В представлении он, конечно, не нуждается. Рио – город противоречивый, но однозначно яркий, колоритный и заставляет мечтать о знакомстве с ним многих, в том числе и меня. И слава города контрастов у него неспроста. А чтобы вам было легче настроиться на его волну, я, как обычно, расскажу сегодня все нюансы трипа в Рио. Ну, погнали! С высоты полета дрона он, безусловно, выглядит великолепно. И может показаться, что Рио живет исключительно красиво, праздно и у него все very well. Но это, друзья, вам не Швейцария. И чтобы разглядеть настоящее Рио, мы спустимся на землю и посмотрим, как в этой удивительно красивой бухте разместились и уживаются два абсолютно разных Рио. Конечно, пройдемся по его всемирно известным символам, также окунемся в его пляжную жизнь, которая, можно сказать, ДНК Рио, а также посетим фавелы, его главную боль. Но для начала давайте пройдемся немного по основным фактам, которые помогут лучше понять, who is мистер Рио для Бразилии и мира в целом. Расположен он на берегу залива Гуанабара в Атлантическом океане. Открыл его в свое время португальский мореплаватель Гашпар де Лемош, ошибочно приняв этот залив за устье реки и назвал ее Январской. Будем думать, был январь. Что в переводе на португальский и означает Рио-де-Жанейро. Таким образом, Рио и обрел свое название. Думаю, многие считают столицей Бразилии именно Рио, ну или на худой конец Сан-Паулу. Но это, как часто бывает в таких случаях, не так. Рио таки был столицей почти 200 лет, но с 1960 года столицу перенесли в город Бразилия. Рио весьма не маленький мегаполис, здесь проживает около 7 миллионов человек, а с агломерацией это все 12. Он второй по величине в Бразилии, четвертый в Южной Америке после Сан-Паулу, Лимы и Боготы. Так что изучить его за несколько дней еще та задача. Также Рио является вторым по значимости экономическим центром страны, а значит, здесь жизнь кипит. Главными чертами, которые формируют образ Рио в частности и Бразилии в целом, можно назвать его уникальный ландшафт. Статуи Христа Искупителя, карнавалы самбу, конечно, безусловно знаменитые пляжи Копакабана и Ипанема, Каперинью и Капуэро, а также, увы, фавелы и высокий уровень преступности. Ну а теперь давайте разберемся со всем этим поближе. Мы прибыли в Рио после посещения невероятных водопадов Игуасу, что разместились на границе Бразилии и Аргентины. Если еще не смотрели мой выпуск о них, то welcome, но только после того, когда смотрите этот выпуск, конечно. Ссылка будет в конце видео. Наш перелет занял 2 часа и проходил на борту авиакомпании LATAM. Это крупнейший авиаперевозчик в Южной Америке. Все было на уровне, могу рекомендовать. Правда, он не такой бюджетный, как пытаются себе заявлять. Стоимость составила 325 долларов за двоих, что не тянет на лоу-кост. В Рио 2 аэропорта. Мы прилетели в Галеан. Расположен он далековато от центра, и поездка займет около 30-40 минут. Оптимальным вариантом будет Uber. Сам аэропорт староват, но вполне справляется со своей задачей. Перейдем к популярному вопросу, где же лучше остановиться в Рио на несколько дней. Как мы уже выяснили, Рио город большой. Он поделен на 33 округа и 163 квартала. Но не пугайтесь, большинство из них не интересует обычного туриста. И с выбором района все достаточно просто. Нам подходит только южная, прибрежная часть города, а именно районы Копакабана, Ипанема, Леблон, Лема и частично Урка. Именно здесь и сконцентрирована основная часть всех отелей, апартаментов и прочих туристических радостей.
Как и положено для мегаполиса, отели здесь есть на любой вкус и кошелек. Я выбрал для нас Копакабана, чтобы закрыть два своих давних гештальта. А это побывать в Рио и остановиться именно в этом культовом районе. Отель, в котором мы остановились, называется Риц Копакабана и находится в одном квартале от пляжа. Он оказался очень даже. Пустите, здравствуйте. Так, ну, собственно, вот номер посмотрим, давайте. Очень такой современный туалет. Так, вот такая вот душевая кабина. Даже как-то новым пахнет, я бы сказал. Отель имеет современный дизайн и предоставляет качественный сервис за адекватные деньги. Таким видом на Копакабану. Завтраки, правда, небольшие и однообразные, но вкусные. Стоил он $430 с завтраком за 4 ночи. Еще одним приятным бонусом этого отеля был вот такой вот руфтоп с видом на Рио и Копакабану. Знакомство с Рио мы решили начать с очевидного, со статуи Христа Искупителя. Она, безусловно, символ Рио, а также входит в список новых 7 современных чудес света. Чтобы добраться до вершины горы Карколаду, где установлен сам монумент, у вас есть 3 варианта – такси, автобус и железная дорога. Мы выбрали последний вариант из-за его аутентичности. Дорогу эту, кстати, построили еще аж в 1884 году и доверили этот проект швейцарским специалистам, учитывая крутизну самой горы. Так что Швейцария уже в 19 веке имела авторитет в подобных строительных проектах, и причем не только в Европе. Учитывая, что желающих попасть на гору около 2 миллионов в год, то о билетах стоит позаботиться заранее. Купить их лучше на сайте, цена одного билета составляет около $20. Сама же статуя была открыта в 1931 году, после 9 лет строительства, и задумана была по случаю столетнего юбилея независимости Бразилии от португальской короны. Ну и не без идеи укрепления религиозного влияния, конечно. Сегодня же это практически икона Рио, а также место проведения различных мероприятий, как религиозных, так и развлекательных. Интересный факт. В среднем 4 раза в год статуя, как самая высокая точка в Рио, становится мишенью попадания молний. А католическая церковь хранит специальный запас камня, из которого сделана статуя, для восстановления поврежденных молниями ее частей. Все начинается с нижней станции и, конечно же, очереди на посадку в поезд. Тут мои надежды, что сегодня будний день, плохая погода и мы купили билеты заранее, и потому, скорее всего, туристов будет немного, мгновенно разбились о реальность. Сама поездка длится до верхней станции 20 минут и проходит под углом в 25 градусов. Подъем периодически сопровождается красивыми видами на Рио. Только вы добрали наверх. Вы думаете, что все? Но нет же, оглянитесь на этот миллиард человек, желающих посмотреть Христа. Вот дальше идет такой эскалатор. Так, друзья, ну что, мы наверху. Ну что вам сказать? Я думаю, все видно. Виды оттуда, конечно, открываются потрясающе, несмотря даже на облачную погоду. Но насладиться ими в спокойной атмосфере едва ли удастся. Ну вот так выглядит этот полный бред. Даже вот там парень внизу делает пожестче. Но несмотря на все эти обстоятельства, назовем их так, визит к статуе Христа, я считаю, лучше совершить, нежели пропустить. Ведь она для Рио все равно, что статуя свободы для Нью-Йорка или Эйфелева башня для Парижа. Далее мы прыгнули в Uber, через 15 минут оказались входа в ботанический сад Рио-де-Жанейро, что в рамках Рио можно считать за углом.
Ботанические сады – это наша классика, и здешний не подвел. Могу рекомендовать эту связку, так как это был прекрасный способ несколько передохнуть от толп людей на Корковадо. Вход в сад платный и стоит $14 с человеком. Сам сад не очень большой, прогулка по нему займет примерно 1,5-2 часа. Основан он был решением португальского короля Жуана VI в далеком 1808 году с целью адаптации к местному климату специй, таких как мускатный орех, черный перец и корица. И со временем это позволило Бразилии стать одним из главных экспортеров этих специй. Также этот сад является одним из старейших в Латинской Америке. Помимо разнообразия всевозможных тропических растений, коих около 6500 видов, здесь еще можно встретить разных птиц и животных. Всю эту красоту успешно дополняют всяческие пруды и фонтаны. В общем-то, все как и положено для ботанических садов. Самым эффектным элементом сада является вот эта пальмовая аллея. В целом нам понравилось и рекомендую заглянуть сюда, если у вас есть время. Зарядившись энергией 200-летних растений, мы отправились к более известному месту в Рио, а именно пляжу Леблон, который находится всего в получасе ходьбы от сада. К слову, эта прогулка проходила менее туристическим маршрутом, что позволило понаблюдать за обычной жизнью бразильцев в Рио. К сожалению, мы не застали Леблон в самом нарядном образе ввиду погоды, да и вечерело уже, но в правильное время он может быть таким. Ну вот мы и дошли до очень знаменитого Леблона. Посмотрим, как здесь все устроено. Сам пляж и одноименный район в Леблон считается престижным местом жизни и досуга состоятельных бразильцев, богемы и золотой молодежи. Но мы их как-то не застали. По сути, он плавно перетекает из пляжа Ипанема, на который мы заглянем попозже, а разделяет их канал, который соединяет океан и озеро Родриго ди Фрейтаж. С противоположной стороны он упирается в город Дойс-Эрманс, на склонах которой расположилась фавела Видигал. И в этом весь Рио. Богатые и бедные живут буквально через дорогу. На ужин мы отправились в отличный ресторан Zaza Bistro Tropical, который находится в районе Ипанема. Мы остаемся? Мы любим очередь. На хорошо. Многообещающе. Заказали мы по такому местному пиву. Как оказалось, в Рио очень развито крафтовое пивоварение, и буквально в каждом заведении есть какое-то свое, и это было полной неожиданностью для нас. Но с вином как-то все сложнее. После Аргентины здесь с вином, можно сказать, полный напряг. Очень рекомендую это место за колорит и сервис, но главное — это кухня. Здесь был лучший стейк из тунца ever. Он был настолько хорош, что мы были в этом ресторане дважды за 4 дня. Бонусом к ужину стали зажигательные уличные танцы от местной молодежи, которые по сути просили деньги, но устроили целое шоу, что выгодно отличало их от подобных случаев в других странах. На следующий день мы отправились в центральную часть Рио, а именно в район под названием Лапа, где рядом расположились три известные достопримечательности. Но прежде чем мы там окажемся, хотел бы уделить немного внимания транспорту в Рио. Для осмотра города арендовать авто нет никакой необходимости. Лучшим способом станет комбинация из прогулок и Uber. Также есть, конечно, общественный транспорт в виде автобусов, трамваев, фуникулера и метро. И мы по своему обыкновению решили проинспектировать последний. Метро Рио-де-Жанейро. Сейчас посмотрим, насколько легко им пользоваться, покупать билеты. Вообще, насколько все понятно. Больше $1 одна поездка на одного. Какие дают карточки? Идем в турникеты. А, вот так нужно сунуть. Опа, опа. Друзья, ну в метро достаточно необычно, как видите, оно прорублено в скале. Скалы никто не заделывал. Да, их никто не заделывал, и это достаточно эффектно выглядит. Подводим
метро. Нам нравится, все чисто, вот, работает кондиционер. Приятные люди, никаких бродяг или бандитов не видно. В общем, метро норм, можно ездить. Единственное, что далеко не везде можно на нем доехать. И первым местом стало самое противоречивое здание в Рио, а именно собор Святого Себастьяна. Как и ожидалось, выглядит он более чем странно, не похож на остальные места проведения культа. Но тем не менее, однозначно интересно посмотреть вживую. Построен этот собор в стиле модернизма и по проекту архитектора Эдгара Фонсеки и был открыт в 1979 году. Посвящен он святому Себастьяну, покровителю Рио. Впрочем, собор — это последнее, что может напоминать это здание снаружи. Как только его не обзывают и пирамидой майя, и небоскребом, и трубой какого-то завода или ТЭЦ. Но это, тем не менее, главный собор Рио. Здесь достаточно необычно, не воспринимается это, конечно же, как стандартный храм, особенно в рамках понимания европейского человека. Думаю, если вы будете в Рио, обязательно нужно сюда ненадолго заглянуть. Преисполнившись модерновым подходом Рио по части соборов, мы отправились к более древнему его наследию, акведуку Кариока, который весьма удобно расположился всего в 3 минутах от собора. Он ожидаемо имеет достаточно внушительную историческую подоплеку, но я, пожалуй, оставлю вас без нее, так как это место нам не показалось особо интересным. Ну что хотелось бы сказать, идти сюда не надо, нечего здесь делать, достаточно старая грязная площадь, теплейший акведук и бездомные. Все, что вы здесь найдете. Если, конечно, вас этот набор привлекает, то тогда welcome. А так, в общем, делать здесь ничего. Далее мы направились к другой всемирно известной достопримечательности Рио – лестнице Силарона. Расположена она в 5 минутах от акведука. На случай, если вы ничего о ней не знаете, немного вам поведаю ее историю. Названа так в честь своего создателя, чудаковатого чилийского художника Хорхе Силарона, который после переезда в Бразилию проживал в одном из домов у этой самой лестницы. И однажды он решил украсить самую обычную городскую лестницу по своему видению. Постепенно она начала преображаться и привлекать внимание местных, а следом и туристов. Последние особенно вдохновились и стали присылать творцу плитки из разных стран. Таким образом, она и обрела международный бэкграунд и известность, и стала культовым объектом современного искусства в Рио. Лестница достаточно интересная. В принципе, она расположена в таком художественном творческом квартале. Похожем, кстати, на Лабоку в Буэнос-Айресе. Лестница, думаю, обязательно к посещению. Главное, в дневное время. Не думаю, что в ночное здесь достаточно безопасно. А улицы, которые к ней ведут, несмотря на их, скажем так, аутентичный вид и ребята, которые там сидят. Все норм, можно идти. Здесь достаточно колоритно, интересно. Время 30 минут. И коль я уже затронул тему городской урбанистики, ведь лестница — это ее часть, то стоит обратить внимание на другую особенность Рио. И это, как ни странно, заборы, заборы и еще раз заборы. Такого их количества я не видел более нигде в мире. Главная причина, конечно же, кроется в социальном расслоении общества Рио. Да и не только в нем, а и во всей Бразилии. Здесь просто гигантская пропасть между богатыми и бедными. А последних прям уже очень много. И в этом контексте очень курьезно обстоит ситуация со свободой состоятельных граждан, которые как бы вынуждены прятаться за этими заборами. А фавелы, с другой стороны, никаких заборов. Так что комфортная жизнь в Рио – это жизнь в некотором смысле за решеткой, а иногда еще и с колючей проволокой. Такая вот ирония судьбы. Социальное неравенство и подобные проблемы можно, конечно, встретить много где, но только в разные пропорции. И тут можно лишь всем нам пожелать стараться больше перенимать от модели общественного договора скандинавских стран. И на этом моменте, пожалуй, стоит уделить немного внимания вопросу безопасности в Рио. Ну, тут, в принципе, все как и ожидалось. Рио, конечно, далек от рейтингов самых безопасных городов мира. В информационном поле Рио красивые кадры с видами города и новостные сводки об ограблениях и разборках наркокартелей мелькают поровну. И, конечно, это ощущается с учетом тех же заборов, множества бездомных или просто неадекватных людей, а также большого количества полиции, патрулей
патрулирующие улицы в полном обмундировании. Но, честно говоря, это начинает несколько напрягать только ближе к ночи. К слову, отчасти это все есть и, например, в Нью-Йорке. В целом, это не Монако, и стоит придерживаться базовых правил, применимых к любому мегаполису. И в дополнение быть предельно внимательными к своим вещам, и тогда все будет хорошо. К окончанию нашего лестничного визита погода внезапно улучшилась, и мы, долго не раздумывая, направились ко второму по узнаваемости символу города – горе Сахарная Голова, откуда и открываются лучшие виды на город. В итоге он стал для нас самым ярким и крутым впечатлением от Рио. Существует несколько версий происхождения ее названия, но основная заключается в том, что гора напоминает кусок сахара. Ну, не рафинированного, конечно. Подобной формы сахар продавали в 16 веке. Чтобы на нее подняться, необходимо воспользоваться канатной дорогой. Правда, есть еще опция подняться пешком, но это на любителя. Билеты рекомендую приобрести заранее на сайте, чтобы не стоять в очереди. Стоимость одного составляет $32. Воспользоваться им можно в течение 5 дней в любой момент заявленной датой визита. Интересный факт. Эту канатную дорогу построили еще аж в 1912 году, и это был настоящий вызов для инженеров тех лет. Она, к слову, стала первой в Бразилии, третьей в мире и пионером в области подобных аттракций. Состоит канатная дорога из трех станций. Нижняя расположена на пляже Вермелия, средняя на горе Урка, ну и, собственно, третья и есть Сахарная Голова. Подъем на вторую станцию занимает около 2 минут, и уже даже на этом этапе можно начинать любоваться прекрасными видами Рио. Взобравшись на Урку, мы немного прогулялись по ней, все так же разглядывая Рио. Здесь, кстати, находится вертолетная площадка, откуда стартуют туры для желающих полетать над Рио. Но самое трогательное – это вот эти вот микрообезьянки, которые просто невероятно обаятельные. Называются они «Обыкновенная игрунка». Предлагаю вам немного позалипать на них. Еще 2 минуты на следующем бандине, так называют здесь сам вагончик, и мы у цели. Ну вот он, друзья, лучший вид Сахарной Головы на Рио. На Копакабану, на пляж Вермелия, и там вдалеке Ипанема, Леблон. Он даже немножко в облаках, есть статуя Христа. Сама вершина горы не очень большая, но прогулка по ней подарит еще несколько ракурсов на потрясающий фотогеничный Рио. Это место стало однозначным победителем среди всех обзорных площадок, на которых нам доводилось бывать. Здесь есть еще, помимо видов, есть несколько ресторанов, в частности этот, ну или ресторан-бар, в котором можно перекусить, посидеть с видом, что мы, наверное, и сделаем, отобедаем. Не знаю, что в плане кухни, но в плане вида все окей. В итоге присели мы там надолго, часа на 3. Абсолютно потрясающее место среди облаков. Честно говоря, еле заставили себя уйти. Хотел бы подметить уже сейчас, что необходимо лучше запланировать полдня на это мероприятие, по большому счету. Потому что там есть просто потрясающее кафе, оно называется Forest, там та-та-та, но вы найдете. Sunset Club. Sunset Club, да, с видом на... в большей части Ипанему, Ипанему в том числе, но Копакабану. И там просто потрясающе. Вы сидите над облаками. Они то мимо вас, то окутывают вас и просто делают Рио, виды на Рио фантастическими. Мы долго сомневались и решали, стоит ли посетить фавелы или нет, но все-таки решили, что без фавел это будет не Рио. И решили отправиться в Рио. Тьфу. И решили отправиться в фавелы.
Сперва давайте разберемся, что такое фавелы и почему они возникли. По сути, фавелы — это обычные трущобы. Но в Бразилии они обрели такое название благодаря первой фавеле, которая появилась еще в далеком 1897 году. На холме с названием Моро да Фавела. А сам холм назван так из-за одноименного растения, что произрастало на его склонах. Главной причиной, которая способствовала возникновению фавел, можно назвать миграцию сельского населения в города в поисках лучшей жизни. Вызвано это было экономическим неравенством между регионами страны. В свою очередь, города не были готовы к такому притоку населения, соответственно, не могли предложить достаточное количество адекватного жилья, а также прочей инфраструктуры. В итоге люди были вынуждены строить жилье из чего придется. Весь этот процесс сильно масштабировался в середине 20 века из-за индустриального развития. По последним данным, в Бразилии насчитывается более 6000 фавел, в которых проживает 6% населения, а это на секундочку более 11 миллионов человек. Со временем главная проблема фавел, помимо их существования как таковых, стала преступность, которая плотно укоренилась и по сути контролирует всю жизнь в фавелах. Большая часть населения фавел не является преступниками, но при этом и не сопротивляется ее существованию. Фавелы именно в Рио наиболее известны по двум причинам: популярности Рио как такового и их размещения в непосредственной близости к популярным и престижным районам города. Зачастую многие из них находятся буквально через дорогу от элитных районов Рио, так что обладатели вилл стоимостью в миллионы и самые бедные резиденты фавел наблюдают за жизнью друг друга невооруженным взглядом. Во многом из-за этого Рио и называют городом контрастов. В фавелах Рио проживает около 22% населения города. Наш тур предполагал посещение самой большой из них под названием Росинья. В ней, по неофициальным данным, проживает более 200 тысяч человек, и ее без преувеличения можно назвать городом в городе. Помимо, собственно, жилья, здесь есть также детские сады, школы, медицинские учреждения, общественный транспорт, конечно же, футбольные площадки и даже свой телеканал. Некоторые здания, если можно их так назвать, представляют из себя уже прям целые многофункциональные комплексы. Подобные туры стали возможны относительно недавно. Дело в том, что правительство и полиция практически не контролируют ситуацию в фавелах, а соответственно и не обеспечивают безопасность. В попытках навести хоть какой-то порядок перед проведением чемпионата мира по футболу в 2014, а также Олимпиады в 2016, власти при помощи военных провели несколько специальных операций по умиротворению фавел. В результате ситуация несколько улучшилась, но в основном на их окраинах. Затем постепенно в фавелах начали появляться хостелы, небольшие отели и бары. В один из таких баров мы и заглянули. Стоит отметить, что выполнен достаточно неплохо и обладает таким вот прекрасным видом на Рио. Про коктейли не скажу, было еще рановато. Таким образом, жители фавел пытаются привлечь часть туристов к себе. Правда, не знаю, насколько это успешно, учитывая вопросы с безопасностью. Да и если отойти от бара всего на пару шагов, то перед взором прессант уже совсем другие виды. Туры по фавелам проводят не какие-то официальные турагентства, а, так сказать, проводники, которые знают обстановку на местах. Они хорошо знакомы с жителями фавел и их проблемами. И делают это по большей части, чтобы привлечь внимание общества, а также помочь нуждающимся, так как государство не особо стремится решать эту проблему. По мнению местных, такое положение дел устраивает власть. А более чем столетняя история фавел яркое тому подтверждение. Самые наблюдательные из вас могли заметить, что, несмотря на общую бедность фавел, на крышах почти каждого дома есть спутниковая антенна. Местные жители очень привержены бразильским сериалам и футболу. Оба этих шоу – это способ забыться от реальности. Власти активно содействуют этому, держа головы бедных бразильцев занятыми, чтобы там не возникали вопросы, а тем более не зрели бунты. Сама прогулка по фавелам длилась около 3 часов и стоила $25 с человека. Как и положено для прогулки в трущобах, она проходит колоритно и контрастно. Пока движешься вдоль основных дорог, то все относительно понятно. Но стоит свернуть немного вглубь, и тут ты уже теряешься в паутине узких улочек и проводов. Порой нам казалось, что им нет конца. Это, к слову, местами очень напоминало Азию. Без проводника здесь, конечно, делать нечего. Иногда приходилось спрятать камеру, так как мы оказывались в зонах, которые контролировали вооруженные наркос. Area where the guys are down there,
Okay, I understand. Периодически прогулку даже приходилось прерывать и объезжать некоторые территории на авто в целях безопасности. В общем, все эти бандитские нюансы, конечно, то и дело поддавали остроты этому походу. Порой сложно было поверить, что в таких условиях могут жить люди, но они живут и при этом выглядят вполне жизнерадостными. Самой колоритной частью прогулки, пожалуй, стало посещение местного рынка. Как обычно и бывает, в подобных местах здесь бурлила жизнь. Стоит отметить, что рынок так же, как и сами фавелы, носил стихийный характер. Друзья, купил вот такой чай Мотель Лео, называется, очень популярный в Бразилии, как выяснилось. И 3 года назад его купила Coca-Cola. Ну что, попробовали мы на вкус, и как вы думаете, на что это похоже? Это очень знакомое с детства. 100%. Называется это шиповник. Сахарковый. Очень вкусно, сладко, тонизирует. Но несмотря на все трудности жизни фавелов, люди здесь улыбчивые и приветливые и развлекают себя и туристов как могут. Крайне рекомендую вам отправиться в фавелы, когда будете в Рио. Остаток дня мы решили отвести пляжному отдыху. Пляжи для Рио – это не просто еще один вид досуга, это еще один его символ. На пляжах жители города проводят значимую часть жизни. Здесь знакомятся, общаются, занимаются разнообразными видами спорта, а также просто красуются и тусуются. Всего в Рио около 20 пляжей, но если вы, как и мы, здесь на несколько дней, то 3 основных – Копакабана, Ипанема и Леблона – будет вполне достаточно. Есть еще небольшой 4-й – Лема, он хоть и считается отдельным, но по сути является частью Копакабаны. Все они достаточно похожи между собой с точки зрения качества песка и воды. Здесь не стоит ожидать карибского формата, температура воды летом в среднем 23-24 градуса и практически всегда есть волны. Это все же океан. Также их объединяет общая набережная, она же популярный променад для прогулок вдоль океана. Но есть и отличия, они в основном заключаются в публике и атмосфере. Копакабана, как самый большой и популярный, притягивает всех и, соответственно, здесь максимальная концентрация как местных, так и туристов. Ипанема считается более модным и тусовочным местом, которое любит здешняя богема. А Леблон популярен больше у состоятельных бразильцев, так как многие из них живут в этом районе. Но, откровенно говоря, все это достаточно условно. Для начала мы заглянули на Копакабану, так как жили там. Отличительная особенность бразильских пляжей заключается в том, что здесь нет в привычном нам понимании лежаков. Здесь есть вот такие вот кресла-раскладушки, как для пикников. Солнечным днем Копакабана выглядит почти идеально. Белый песок и бирюзовая вода. Много спорта и просто красивых людей. Но в ночное время не все так радужно. Пляж в основном оккупируют бездомные и разные другие ребята с сомнительной репутацией. Так как на Копакабану мы уже насмотрелись за эти дни, то пошли дальше проверять Ипанему. Пляж на Ипанеме существенно меньше Копакабаны, песок здесь не такой белый, но вода показалась более прозрачной. Если на Копакабане много людей занимались спортом, то на Ипанеме большинство просто чилило у океана. Еще здесь практически нет стационарных кафе, как на Копакабане, и процветает переносная торговля. Пляж Ипанема в сравнении с Копакабаной нам показался уютнее. Чище. Волны, по-моему, одинаковые. Для купания с детьми подходит не очень.
Так как наш приезд в Рио был накануне всем известного карнавала, то в городе кипела вовсю подготовка к нему. Помимо непосредственно самого карнавала, в Рио проводят еще разнообразные прекарнавалы, которые проходят в течение нескольких недель до начала главного. И нам удалось один из таких застать. Собственно говоря, учитывая количество людей, в принципе, и не очень трезвых в том числе, вот так вот жители Рио пытаются защитить растения от наплыва людей, туристов и так далее. В общем, в зонах, где будет проходить карнавал, везде такие ограждения. Все это, конечно, выглядит достаточно весело и колоритно, а также чувствуется подготовка, и видно, что люди буквально этим живут. Дополнительно за неделю до старта в разных районах Рио проводятся так называемые блогос. Это, по сути, массовые вечеринки на улицах конкретного района. Все это якобы призвано разогреть публику главному шоу. Но, по мнению нашего проводника по фавелам, все эти карнавалы вкупе с сериалами и футболом – ничто иное, как метод управления массами. Таким образом, по аналогии с Римской империей, с помощью зрелищ власти отвлекают и задабривают простых и бедных бразильцев. И я во многом с этим согласен. Хотя, с другой стороны, карнавал – это всемирно известный бренд Бразилии, на котором они неплохо зарабатывают и привлекают множество туристов. В общем, как всегда, есть несколько точек зрения. А вы как считаете? Поделитесь в комментариях. На этом мы и закончили знакомство с Рио. Но не закончили с Бразилией. Сам Рио, безусловно, подтвердил свою репутацию города контрастов. Многое в нем впечатлило, но многое и несколько неприятно удивило. Но однозначно Рио – это один из самых интересных городов Южной Америки. Ну а я, как обычно, надеюсь, что выпуск стал для вас полезным и будет мотивировать посетить лично этот удивительный город. Ну и не забывайте про лайки и все такое, если вам понравилось. А если хотите узнать, где лучший пляжный отдых недалеко от Рио, то смотрите мой следующий выпуск про Бузиос, который здесь смело называют местным Сан-Тропе. Ну, до встречи там!